Спасибо большое. Я действительно такое чуть запоздавшее введение по фо, по формату. Но как уже было сказано в начале Игорем, это большой проект, который предполагается на несколько лет. Он будет продолжаться, и каждый год мы имеем специальный фокус. Наша, наша общая тема — транзит, но каждый год мы имеем специальный фокус. Это 30-летие вот определенного года. Сейчас это 89-й год у нас в этом году, 30-летие. И есть некоторая проблематика транзита, которая особенно связана с этим годом. Мы попытались эти темы, которые нам кажутся вот фокусом этого года, 89-го года, и определенным элементом большой темы транзита сформулировать в программке, в вопросах, в заглавиях сессий, которые у нас проходят. И я буду очень благодарен, если вы посмотрите в эти вопросы, потому что это позволит нам вот необъемную, необъятную тему транзита немножко разбить на какие-то специальные, специальные подтемы. И если вот в обсуждении вы будете ближе к этим вопросам, на которых мы предлагаем сфокусироваться на этих сессиях, мы будем вам очень благодарны, и мне кажется, это структурирует дискуссию. И еще эта дискуссия началась прекрасно и замечательно, и это в ней есть, и я еще раз хочу это подчеркнуть, что в отличие от конференции, Выступления в прениях не предполагают обсуждения обязательно докладов, а темы, вопросов, которые поставлены в данной сессии. Спасибо.